Всем здравствуйте, дамы и господа. С вами сегодня я, Александр. Победители прошлого видеоролика перед вашими глазами. Ну а чтобы попасть в наш видеоролик, вам нужно поставить лайк, написать крутой комментарий, ну и подписаться на канал. Все как всегда в силе, все красиво. Ну а мы с вами начинаем! Всем хай, ребят! С вами снова я, Саня. Как всегда, у нас Hellstore, мой незабываемый, на балансе 125 баксов. Чтобы получить халяву на этом сайте, вам всего лишь нужно пройти, найти этот сайт, ввести мой промокодик, который называется Богомол. И получите 6% к вашему балансу, совершенно спокойно, без каких-либо усилий. Также, чтобы получить бонус от сайта, вам нужно, чтобы ваш уровень Steam был больше, чем третий. Дата регистрации была больше 3 месяцев. 150 часов в КС-ку. И профиль, чтобы был открытым, то есть общедоступным. Чтобы каждый мог посмотреть, что вы, да, реальный человек. Что вы в КС играете, что на сайте тоже иногда появляетесь. Все, в принципе, в силе, все красиво. Мы сейчас закупимся. Это вот скины из прошлого ролика. Кто не видел, может посмотреть. Мы сейчас закупимся на небольшие сумочки. Вот, 124 бакса. Полный ва-банк, считай. Что тут у нас? У нас тут 63 доллара. Можно спокойно залетать. Вот так вот. И еще раз вот так вот. Вот, 29% у меня. 30% у главного, так скажем, конкурента. Но тут, ребята, все решает рандом. Все красиво, классно. Дальше, пожалуйста! И вот. Сколько он поставил? Ладно. Сделаем, докинем пятачок. Полтинник. Вот, 50 долларов. Опа. 20. 32%. Пожалуйста, отдай. 103 доллара. Пожалуйста, Hellstore-чик родимый. Ну отдай. Отдай. Не мое это. Хорошо. Идем забирать свое с апгрейда. Вот, суммируем, получаем. Я хочу вот MP9. Пожалуйста, Hellstore, давай. Стой! Wildfire. Дальше! 20%. 20% на последней секунде, друзья. Не хочется этого делать, но придется, друзья. Выбираем, продаем, встаем в классик, в магазинчик. Закупаемся вот так. Ждем окончания здесь. 33 доллара. Здесь пока крутится. Перейдем все-таки в апгрейдер. Я все понимаю. Не всегда хорошо получается. Ну дай. Стой! Не мое. Господи. 7%. Если я сейчас вывезу, это будет что-то нереальное. Ну давай. Ну пожалуйста, Hellstore-чик. Хорошо, спасибо. Спасибо, это я забрал. Вот так. Делаем. Оп! Да что ж такое-то? Ну почему? Не везет мне на этот раз с апгрейда. Пожалуйста, Hellstore. Пожалуйста, это просто грандиозные ставки. Пожалуйста, отдай Hell, пожалуйста. Стой! Да! Да! Есть! Просто, ребят, да! Просто вы не понимаете. Там было 48 баксов. И я забираю... 3 ножа! Капец! Просто... это просто капец, ребят. Апгрейдер. Вот так вот. Вот так, чисто по 5 долларов поставим. 25 здесь, здесь 24. Посмотрим. Может быть, что-нибудь залетит. Фух! Мне нужно немножко отдышаться, друзья. Прошу прощения. Ну давай, что-нибудь да моё вытащи, пожалуйста. Ну да, как же. Азимов, ну отдай! Есть! Есть, все. 160 баксов. Ну, нет. Ух ты. Нет, слишком жестко. Я пропущу это. Я не буду заходить. Вот так вот. 69 на 71. Пожалуйста. Конфлип. Залетаем на наклейку. Давай, ну, Hellstore. Не фартануло. Хорошо. Берем вот это вот. И делаем неоновую революцию. Давай, императрица в неонку. Стой! Есть! Опасно, опасно.
Очень опасно. Нет, мы неонку не будем ставить. Опять же, императрица в плеер 2. Давай. Статрековский. Есть! Отлично! Супер! И последний апгрейд. Опять же, три императрицы. Я сделаю вот Ненуар. Пожалуйста. Давай! Не случилось. Бог любит троицы, не случилось. Вот, заходим на $100 суммарно. Пожалуйста, ну пожалуйста. Отдай. Конфлипчик. Есть! Отлично! Просто отлично. Забрали еще один ножик. Вилдфайр. И сделаем еще один. Но не повезло. Не повезло, не фартануло. Ладно, это я уже так, чисто потешился. А тут у нас 47 баксов, 94. Залечу я на P90, друзья. Вот так вот. Сделаю чисто последняя ставка на этот ролик, друзья. Этот ролик очень хорошо выдал. $26. Ой. Ножик закинули в последний момент. Ну, посмотрим, что будет. Этот ролик уже окупил себя в разы. Блин, было бы эпично. Было бы эпично. Но поздравляем. Друзья, чтобы вы не думали, я забрал 4 ножа. Только это все выходит на $400. Плюс вот этот вот ножик. Это уже хорошая сумма. $600. Окупили баланс, мы считай, в 4 раза. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем всего доброго, всего хорошего. Всем пока-пока.